Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и как все вы знаете, появилась рулетка на бомбические контейнеры. Я на этом основном своем аккаунте покрутил данную рулетку, слил благополучно порядка 15 тысяч золотом, ну и, честно говоря, считаю, что я абсолютно не окупился. Да какой там окупился, если 15-ку потратил и ничего не получил? Есть такой зритель и мой хороший друг мистер Пушок, который часто присутствует на моих прямых трансляциях, и он прислал мне свое видео открытия контейнеров из этой рулетки, точнее, прокрута самой рулеточки. И написал мне по поводу того, что ГСН, ты будешь в шоке. Я специально не смотрел данное видео и хочу посмотреть его вместе с вами. Что там такого шокового, я не понимаю, но видео длится, грубо говоря, 2 с копейками минуты. Поэтому шок, наверное, все-таки будет. Ну что, ребят, давайте будем начинать. Итак, мистер Пушок начинает крутить рулетку. У него 1620 голды. На всякий случай запишу, мало ли, может, ему миллион выпал. 1620, первый прокрут сотка. За сотку, что получает мистер Пушок? Он получает контейнер «Собери их все». Но... И что здесь? Ну, здесь ничего. Здесь ничего. В принципе, ничего удивительного. За сотню голды хотя бы не аватары. Дальше. 150. Тратит того 250 золотом, потраченное из его копилки. Что получает за 150? За 150 получает черные ящики. Неужели ты до 10 уровня дошел, дружище? Первый ящик дает в плюсе 300. То есть уже получается 50 голды в плюсе и так. Еще 300. 350 в плюсе и черный ящик следующего уровня. Что тебе принес? Он тебе принес 600. Слушай, ничего себе, 950 золотом. Пока на подъеме. Пока на подъеме. Дальше. Еще 400. 1350. И следующий 500. Нифига себе. 1850 голдой. Ну, в целом нормально. Не останавливаешься? 200 золотом. 200 золотом. Того получается 1650 пока в плюсе. Собери их все. Но... Блин, ничего. Ничего. А где то, что должно меня шокировать? Ну покажи мне что-нибудь интересное. Охренеть можно! Мать моя, женщина, крушака достаешь. Я потратил на крушителя 15 500 в рулетке. Ты его достал, оставаясь в плюсе. Еще 250 тратишь? Ну и что? Черный ящик. Черный ящик. Сотня. 1550. Слушай, дружище, но это действительно крайне круто. Ребят, я не знаю, как вы, а я, честно говоря, в шоке. Потому что, повторюсь еще раз, я слил 15 500 золотом в унитаз. То есть ушел в минус на 15 500 косарей. А мистер Пушок забирает вот эту вот тачку, которую я покупал за 15 500 в рулетке. Да, это действительно круто, и, ребят, это видео, наверное, больше для тех, кто пишет мне в комментариях по поводу того, что мои аккаунты ВГ подкрутило для того, чтобы мне очень круто сыпало. Я не знаю, что там сделал мистер Пушок выдающегося за то, что ему так круто подкрутили разработчики, но пообщаюсь с ними, попытаюсь сделать то же самое, потому что я тоже хочу выходить из каждой рулетки с плюсом. Спасибо большое за присланное видео, вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.